Слыхал я, что это ты, но не верил на... Значит, малыш Шеппи теперь большая шишка? Мы знакомы? Я Финчна. Чё, не помнишь, что ли, меня? Мы росли вместе на 10-й улице. Чё, и банду красных не помнишь? Чё, не помнишь меня? Ну, нормально, на... Мы в одной банде с тобой были, башка. А в новостях я про это ни слова на... В новостях никогда не говорят всей правды. Так что красным нужно от меня? Одного из красных, Курта Вейсмана, взяли сучьи турианцы на... Потри там с охранником в баре. Пусть, сука, отпустит Курта. За что его задержали? Да фигня, на... Нашли при нем красного песка пару граммов. Эти иножопые суки найдут к чему прикопаться, на... Сказали правонарушение, на... Заберем его для судебного разбирательства. Говорю ж, суки! А что красные забыли в турианском секторе космоса? Мы-то на жопу себе не отсиживаем. Дела делаем. Мы на утилизации, мелкие перевозки выполняем, поставки. Да черта делно! Но ты же не просишь меня устроить побег Вейсмана из тюрьмы? Не! Говорят, у тебя с иножопыми короткий разговор, на? Не гонят, нет? Ну, ты на... поговори тогда с иножопым охранником. Я поговорю с турианцем и посмотрю, что можно сделать. Молодца, Шепард! Я жопой чуял, на, что ты не предашь дружбанов. Охранник в логове Коры тусуется. Разрулишь дельце, на, и больше меня не увидишь. Жопой клянусь. Задержали некого Курта Вейсмана. Я хочу, чтобы вы освободили его. Я тоже много чего хочу, человек. Желание – основа организованного общества. А ксенофоб останется под турианским арестом. Это не обсуждается. Почему вы называете его ксенофобом? Люди подтвердили его участие в некоторых организациях, выступающих против инопланетян. Особенно он был настроен против турианцев. Он совершил преступление на почве ненависти, и это примут во внимание, когда его будут судить. Что такого сделал Вейсман? Он попытался заразить медицинский груз, предназначенный для борьбы с эпидемией в турианской колонии. Если бы мы его не задержали, умерли бы миллионы. Этот человек – опасный ксенофоб. Какое наказание грозит Вейсману? Принимая во внимание тяжесть поступка на почве ксенофобии, думаю, он заслуживает пожизненного заключения. Благодарю за информацию. Один из друзей Вейсмана был не до конца честным со мной. Я понимаю, Вейсман был хорошо подготовлен. Он действовал явно не в одиночку. Спасибо за информацию. Мы усилим охрану камеры. Я знал! Я жопой чуял, что ты крыса, Шепард. Сейчас ты мне ответишь за все, на. Мы сдадим тебя журналюгам, на. И пусть все узнают, какой на самом деле первый спектр человек. Моя биография уже всем известна. Все знают. Это не страшно, на. Зато еще никто не знает, что красные преследуют иножопых. У нас есть влиятельные друзья, которые помогают нам проводить операции в космосе. Так что над твоим сине-зеленым дружкам, скорее всего, не понравятся наши делишки. Что тебе нужно, Финч? Как убедить тебя отстать от меня? Что мне нужно? Мне нужно, на, чтобы инопланетная мерзота свалила нас с моей Земли. Потому что Земля для землян, на. А еще мне нужно, чтобы сучий совет не совал нос в дела людей.
красные с 10-й улицы были обычной шайкой, а не подпольными борцами против инопланетян. Зато теперь мы борцы, на! Думаешь, журналюги будут копаться в деталях? Да каждый красный под присягой расскажет, как ты ради прикола замочил десяток иножопых, на! И кто тебе тогда поверит? Если ты хочешь, чтобы люди были сильной расой, поливать грязью первого спектра человека — не очень-то хорошая затея. Спектр прав. Это шанс людей доказать, на что они способны. Ходят даже разговоры о том, чтобы предоставить вам место в Совете. Конечно, ты поддерживаешь Спектра. Еще бы! Одного поля ягоды! Я хочу, чтобы люди стали сильными, Финч. Ты помешаешь мне? Хрен с тобой, Шепард. Твоя взяла. Ты не из банды красных. Высоко летаешь, смотри, не навернись. Этот человек — настоящий ксенофоб, который думает, что можно шантажировать Спектра. Нужно было его убить. Так я не поступаю. До свидания, человек. Будет интересно посмотреть, какой из вас выйдет Спектр.